Это дорога. Не может быть. Что, мы убежали от той старухи-то, да? По всей видимости, он узнает эту дорогу, а вот я что-то совсем не узнаю. Я тоже не помню. Куда нам идти? Какие-то граффити вон на стене. Ю. О, кто-то сидит. Аника! Эдвард, у тебя есть дети? Что? У меня был ребенок, да. Был. У меня была дочь. Она была примерно твоего возраста. О, хорошие граффити. Да, здоровская. Как раз на Хэллоуин. Смотри, лужицы такие, да, на дороге, как красиво. Why? Почему я здесь? Не понимаю ни хрена. Потому что не нужно изменять своей жене. О, смотри, опять. Как ее звали? Кого? Твою дочь. Рози. Ее звали Рози. Рози. Какое красивое имя. Почти как цветок. Это бы Аника хотя бы шевелилась, что ли, стоит как стул. Почему я поехал по этой дороге? Почему весь день шел дождь? Почему я иду по лужам и не слышится хлюп-хлюп? А тут какой-то супермаркет хотели построить, да? Может быть, это бассейн? Ну, не знаю. Рози, это моя вина. Дурдом. Дормонд или Гринбек? А, Дормонд точно? Мне кажется, Дурдом. Да-да-да, Дормонд или Гринбек. Ну а теперь давай точно так же, но быстрее. Опять? Мне не нужно напоминать об этого маршрута. Нет, здесь что-то происходит, тут все меняется. Твоя дочь была не единственная, кто погиб ту ночь. Они что, теперь меня хотят судить? Андреа никогда не винила меня в аварии. Но я винил. Столько жизней сломано, потому что я решил срезать. Вот поэтому за рулем ездить опасно вообще. Лучше пешочком. Ту ночь начался ад. Лучше на велике кататься. С него практически насмерть никого не убьешь. У второго водителя тоже была семья. Между прочим, да, все всегда думают только о себе, но никто не думает о тех людях, которые находятся в другой машине. Это должен был быть я. Но я остаюсь жив, а все, кто были там, погибли. Погибнуть должен был я, не Рози. Вот, вот и авария. Черт. Это другая семья, да? Андре и я делились легкими ранениями. Рози была уже мертва, когда ее повезли в больницу. Это наша жена. А. А это дочка. Точно, я думал, это мальчик. Точно дочка, как будто мальчик. Точно, точно. Ну да, тут, наверное, машину восстановлению не подлежит. А давай посмотрим на другую семью, что с ними? Господи, это пункт назначения, что ли? Его звали Кэрол.
Как красиво столб в нее прилетел. Я больше не могу на это смотреть. Надо отсюда выбираться. Выпустите меня. Мы все поняли. Да, я виноват. Не судите меня строго. Что мне делать, Аня? Искать выход из данной ситуации. Сюда, что ли? Черт, она сейчас мстить будет. Ё-моё. Слушай, эта штука... Это Кэрол после аварии? Что? В том обличии ты была симпатичней. Смотри, смотри, в ней тоже эта штуковина. Какая штуковина? Знак, знак воткнут в спину. Дверь, дверь слева. Человек-фонарь. Снова какая-то авария. Но теперь уже грузовик перед нами. Нас тот ведь хрена фонарь не догнал, да? Нет. Вот эта тачка классная, как на постере. Смотри, это ж она. Что это? Пожарная сирена? Иди. О, класс. Где-то вдали. Кажется, сюда едут пожарные. А нет, нужно добраться до пожарной станции. Вот она, слева. А где все люди в тени? А вон торчат глазики. А мы сможем тут пройти? Как бы вон они есть. Как-то стрёмно, да? Да, как-то стрёмно очень. Лучше пойдем здесь попробуем. Но тут вообще света нет. Они достали всех здесь. Так а в смысле, ё-моё? Кто вырубил там свет? Страшно, страшно. Вот. Может быть, здесь? Да вы достали уже нафиг. Понятно. Ну, хотя бы тут-то можно, чтобы все нормально было. По всей видимости, нет. Сколько вас там? Народ, к Новому году готовитесь? Слушай, ты чего-нибудь видишь? Так, нам нужно что-то придумать явно. Давай рискнем сюда пойти, нет? Блин, господи. Я аж почувствовал это на себе. Ну, без шансов. А в машинах нету ничего? Да не похоже. Нет, на, по всей видимости, здесь пусто. Хорошо, тогда идем. Тут нам не пройти, теперь мы поняли. Тут они вырубают. Тут уже вырублено. И тут уже все вырублено. А вот, загорелось. Надо быстрее что-нибудь включить. Проходи, проходи дальше налево. Ладно, понятно. Этот свет то включается, то выключается. Надо просто быстрее шевелиться. Шевелиться не булками? Да-да-да, именно так. Сейчас все будет. Так, давай подождем.
Надо подойти и уйти. И подождать. Побежали. Идем, идем, идем. Направо. И налево. В этом мире есть кое-кого, кого ты должен найти. Кто-то есть? Кто? Нужно найти кое-кого. Новое задание. Господи, как много вопросов, но нет ответов. Тоже это таинственный кое-кто. О, шест для стриптизерш? А! Кто-то шипит на нас. Пусто, пусто, везде пусто. Эй, кое-кто, ты прячешься кое-где? Ну зачем? Зачем ты вырубаешь свет? Я думал, наоборот, за свет включится. Ведь там так темно было. Someone here? Who? Ну, давай пойдем сюда теперь. Опять запертые двери. Надеюсь, ключи где-то рядом. Так, подожди, нет, туда нам нельзя. Конечно, да-да-да. Все, наверх, наверх. Давай, давай. Ну, теперь пойдем прямо. Вот записочка. И топорик. Я человек практичный. Я не религиозен и не верю во всякую сверхъестественную чушь. Но то, что я видел вчера ночью, не имеет рационального объяснения. Я был на парковке рядом с закусочной совершенно один. Не было слышно ничего, кроме ветра. Вдруг прозвучал хлопок. Я посмотрел вверх и увидел, что взорвалась лампочка в ближайшем фонарном столбе. Когда я посмотрел вниз, я был практически окружен группой существ со светящимися глазами. Я спросил, чего им от меня надо? Но они только стояли в темноте, таращась на меня с ножами и топорами в руках. Я мог бы быстро забраться в машину, а когда посмотрел в зеркало заднего вида, никого уже не было. Мы тебя понимаем, понимаем. Видишь, мы в такой же ситуации находимся. Аня, нам нужны ключи. Только не трогай свет. Я тебя прошу. Ладно. Ну если я хочу, чтобы они меня пощупали. И этот свет тоже не трогай. Так, выходи. Я знаю, ты прячешься в шкафчике. О, ключ. А вот он. Yes. А чуйка тебя не обманула? Почему зеркало не отражает меня? Мы прозрачные? Просто зеркало слишком мутное. А ключ-то куда нам нужен? Куда-то вниз? На первый этаж. А у нас еще есть третий этаж. Заваленный. Поэтому очевидно, что нам пока туда очень рано. Эй, скримеры, вы тут? Опа. Мы уже профессионально умеем включать свет. Газовые баллоны. Можно взорвать тут чертям собачьим все. Да-да, давай бомбанем. Зачем тут дверь? О, заваленная дверь. Давай разбирать мусор. Узнаем, что там за дверью, а? А-а-а! Какой свет? Потусторонний мир. Now what? И что теперь? На девушек смотреть будем? Тараканы! Так, на красивые календари. Это та же самая пожарная станция. Да, только с тараканами. Это вы пожарники? Пойдем на третий этаж. Думаешь, он открыт?
А может быть, открыт второй этаж, помнишь, там, где пожар был? Мы и так сейчас на втором этаже, кстати. Нас переместило на второй этаж. О! Ныряем? Нет, я не думаю. Хорошо. Ты вовремя... Найти клапан? Погоди, галлюцинации начались. Да-да-да, нас штырит, то есть меняются наши миры. Прекрати смотреть на ноуте всякое дерьмо. Каждую неделю приходится вызывать технаря, чтобы почистить комп от вирусов. Предположим, им нужно найти способ провести время. Блин, говорил же, надо было антивирус установить у меня. О, кетчуп. Нет кетчупа. Есть кетчуп. Не исчезай, пожалуйста. А! Тут темно. Туда не пойдем, да? О, кетчуп. Да хватит трогать этот кетчуп. А, давай посмотрим. Вот дверь. Справа. Вот в эту, да? Нет, которая пораньше. Так там темно. Господи, здесь непонятно, что происходит. Подожди, а вот здесь, где пожар? Ну, сейчас... О, клапан! Yes. Все, пожара нет. Погоди, вот если мы пойдем туда, мы уже окажемся за стенкой. Идем, идем, быстрее, быстрее, бегом, бегом. Что это нахрен? Ты кто? Оно, кажется, не исчезает. Ну-ка, повернись. Чего ему надо? Нам может с ним поговорить? Может, это он кое-кто? Я не думаю. Что делать будем? Атакуй. Ну не так же бездумно атаковать. Надо было продумать тактику. Ты видел, как я активно к нему подошел? Вот это монстр, конечно. Нам, значит, нужно какое-то холодное оружие. Черт, как пробраться? Все, мы поняли. Настоящий тут квест. Ай, мы прыгать не умеем. Ну ты ходи пешком. Иди, иди. Да-да-да, встань там. А, да-да-да-да, все понял. Запоминай. Блин, как это запомнить? Ну, где-то вот здесь, да? Тут. Ох. Черт, стрёмненько. Заходим. Так, мы тут должны что-то найти. Вот еще клапан. Тут дверь исчезла, кстати. О! Подобран клапан. Так, мы нашли вентиль, а теперь нам нужно его куда-то пристроить. А там вот рядом с тем вентилем ведь еще что-то было. О, галлюцинации прошли. Он там до сих пор стоит.
Все, мы его спалили. Он теперь прожаренный стейк. Ура, победа. Фу, какая мерзость. Тараканы так и хрустят под ногами. И где же тот человек, которого надо найти? А, это опять чья-то головка торчит. Или у меня галлюцинации? По-моему, это просто обои такие облезлые. Что тут можно вынюхать? Вроде бы здесь никого нету. Угу, там внизу стоят глазки. Какая наша новая задача? Все в фотографиях пожарных. Та девочка и ее мать не сдавали ничего плохого, и все же общество отвергло их с самого первого дня. Почему? Потому что они были не похожи на всех? Те, кто все видел и ничего с этим не сделал, виноваты также те, как и все остальные, включая меня. Мой собственный сын, я до сих пор не знаю, что именно произошло той ночью. Я хочу верить, что это был несчастный случай. Хейден – хороший мальчик, он просто связался с плохой компанией. Мы должны были сделать это. Мы должны были их прикрыть. Это наш родительский долг. Любой на нашем месте поступил бы так же, если я всего лишь пытаюсь найти себе оправдание. Я знаю, что совершил, и я готов ответить за свои деяния. Они ждут меня снаружи, с этим адским, светящимся во тьме глазами. А все, что я могу, ждать их. А все. Он считал, что отец и... Что там было? Кит был не лучшим отцом, он не хотел подвести сына снова. Мы опять собираемся кого-то судить. Ну, значит, отец хороший, как бы. Мы отсюда пришли. Да, мы отсюда пришли. О! Какой яркий свет. Как мы его не заметили? Ого! Надо смотреть под ноги. Что здесь? Охренеть. Вот эта игра хоррор превращается в фэнтези. О! Бесконечные бочки. Да блин! Как это работает? Как это работает? Подожди, нужно как-то... А, бочку нужно поставить. Ты умница, ну что дальше? Да. Может быть, нужна вторая бочка? Да, бочки-то исчезают. Ставим сюда. Ставим сюда. У меня не получается, вся система ломается. Я не могу их швырнуть. Так, ну значит, эта почка по-любому должна быть здесь. Мы берем эту бочку и сбиваем эту бочку и ту бочку.
Сейчас мы ее поставим прямо. Берем эту бочку. И швыряем в ту бочку. Какая-то у тебя неправильная система вообще. Упади! Во! Ну же! Давай, 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 да! Yes! Та-да! Смотри, все четко. Вот этого возникает чувство. Какое у него чувство возникает? Чувство нереальности происходящего. А! Я думаю, это конец. Мы зацепились же за кустик. Блин, опять это. Не, ну если у тебя есть другие предположения, можно их выслушать. Как-то и можно их далеко кидать. Фак. Погоди, если так. О! Можно и так. Так, ну что у нас тут, доска исчезающая была, вот появилась. Ставим. Берем с собой на всякий случай и ставим. Угу. Подожди, а что происходит? Вон там досочка появляется. Значит, но потом смотри, тут... Тоже надо, чтобы что-то стояло. Поэтому мы идем с этой бочкой, ставим ее сюда. Ты запоминаешь, что ты меня слушаешь, да? Да-да-да, конечно. Теперь все забираем и относим обратно. И ставим ее сюда. А, эту забираем. Подожди, а вот тут тоже забрать надо, нет? На всякий случай, да? Ну давай заберем, да. Может пригодится. Это наша награда. Мы заработали бочку. Зашибись. Что там такое? Светится? Ой, здесь еще какая-то загадка. Какой-то диджейский пульт. Может быть, нужно что-то кидать? Ну что, сейчас мы подумаем, что у нас тут. Ага. Зеленая, красная, зеленая, красная. А нужно, может быть, чтобы все были зелеными? Поставь бочки на вот эти штуки. И справа такая жесть. Хм, две красные стали посередине. А, еще сзади есть. Вот. Все должно сработать? Нет. Нет, нет, нет. Надо как-то четко, они тут как-то... У них у всех своя особенная функция. Что-то нужно с этим думать. Тогда все красные. Нет, убирай заднюю зеленую. Нет, не эту зеленую. А, убери, подожди, левую первую. Не-не, левую первую. Погоди, вот эту уберем, смотри, что будет. Будут три зеленых, одна красная. Ну вот, значит, там что-то еще осталось сделать. Проход открыт. Если вы, конечно, знали,
Что мы тут отгадали? Объясните нам. Объясни мне, кто все это придумал. Фантазии той какой-нибудь там девочки. Офигеть. Да мы боги. Но куда мы идем вообще? Мы точно в хоррор играем. А, кстати, да, на хоррор это не особо похоже. Что тут у нас за арена? Там какие-то швабры летают. Здесь есть рычажок. Ага, здесь можно менять цифры. И там слева тоже есть. Да, цифр от 1 до 9. У нас есть цифры здесь, цифры тут. Смотри, под цифры ромбик. Под цифры ромбик запоминаем. Под этим цифрам шестиугольник. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То молодец. Ты думаешь, все так просто? Да. Это же не какая-то игра крупная. Подожди, а... Что? А, нет, ничего. Ха! Нет, я все правильно делал. Этого не может быть. Стой, подожди, смотри на пол. Нет, смотрим вон туда, там что-то загорелось. А на полу какие-то квадратики, да? Да, какие-то квадраты. Ну не упади ты. Да ты что ты беспокоишься? У меня чуйка на заднем месте. Боб, мы знаем друг друга целую вечность. Я собираюсь попросить тебя кое о чем, что идет в разрез со всем, что я, во что я верю. Тем утром ты был у реки вместе со мной и шерифом. Мы все видели тело этой несчастной девочки под простыней коронера. Этого не должно было случиться, но случилось. И ты знаешь, что мой сын имеет к этому отношение. Ему нельзя отправиться в тюрьму или исправительное учреждение для несовершеннолетних. Или куда они там нынче сажают детей. Он всего лишь ребенок. Это был несчастный случай. Я отправлю его пожить с моей сестрой в Сан-Франциско. Мне надо отправить его прочь из Дормонта. Но никто не должен знать о происшествии. Джек позаботится о том, чтобы дело закрыли. Все, что нам нужно сделать, забыть то утро. Я прошу тебя, не как шериф, а как друг. Господи, причину смерти Аники скрывал даже начальник пожарной команды. Да почему тут все что-то скрывали? Короче, казнить всех, повесить. А теперь, я думаю, можно вернуться обратно к той двери. Мы выяснили, что Кит помог прикрыть расследование. Ну все, начинается суд. Суд идет. Всем встать. Ты посвятил всю свою жизнь помощи нуждающимся. Тоже сделал и шеф со своей жизнью. Он был так предан пожарной части, что... Часто забыл, что должен был отцом своему сыну. На этот раз он не забыл. Они с шерифом сговорились замять расследование и защитить своих сыновей. Кит Брэдли был человеком чести, но он помог покрыть смерть маленькой девочки. Что ты решишь? Будет ли Кит Брэдли прощен или заплатит за свое преступление? Надеюсь, это последний раз. Аня. Включай свой мозг. Честно сказать, я и не знаю. Давай накажем его, возможно. Ну смотри, он всю жизнь не занимался воспитанием своего сына, а потом просто решил взять и прикрыть дело, типа поиграть в отца. Нужно было раньше думать.
о том, что ты отец, и ты отвечаешь за своего ребенка, а не пользоваться своим служебным положением. Поэтому давай, осуждаем его. Да, он должен был больше, типа, воспитывать своего сына, а не... Да, 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 с самого начала. Зацикливаться только на своей работе. Отправляйся в ад. Гореть тебе в аду. Начальник лжец, он должен был что-то сделать. Он даже не плакал, он просто смотрел на нас и ничего не говорил. Ему пофиг вообще, он хочет в ад, я знаю. Он же пожарный, он придет и все потушит.